Всем привет! Сегодня я хочу сделать небольшую экскурсию на свою маленькую кухонку и рассказать вам о том, как я приспособила пакетницы IKEA. Здесь у меня, значит, хранение под раковиной. Здесь у меня стоят тоже две замечательные коробочки IKEA. Здесь у меня картофель, лук. Вот я накрываю, чтобы не было видно, чтобы свет не так падал. Так, здесь у меня все для уборки. Таблетки для машины, для посудомоечной. Все закрыто крышкой, чтобы не мог ребенок открыть. Здесь у меня просто дополнительная баночка для мыла. Губки, тряпки половые, для окон эти такие штучки, чтобы мыть окна. Ну и вот, наконец-то, дошло дело до пакетниц IKEA. Вот я их приспособила, я видела у одной девочки, она приспособила их наверх, вот сюда. Но у меня они так не повесились, так как там ничего нет. И я вот, видите, просто их прикрутила к сбоку с одной стороны. И у меня здесь находятся пакетики, а с другой стороны еще одна. И здесь у меня, как вы заметили, вот они, тряпочки для кухни. И там вдали еще чистые половые тряпки. Вот, собственно говоря, и все. И замечательно, это у меня щеточка для обуви. Тоже замечательно здесь хранится. Ну вот, собственно говоря, и все. Может быть, кому-то понравится эта идея, возьмете себе на заметку. Я тоже эту идею увидела у одной девочки, тоже на YouTube, и постаралась приспособить это к своей комнате, к своей кухне. Еще я хочу такие же штуки прикрепить в других столах, и туда можно будет положить, знаете что, рулон фольги, рулон пластиковой ленты, рулон, как это называется по-русски, бумаги для выпечки. Вот, и тоже будет все удобно, и как бы будет пространство использовано более рационально. Ну что, всем спасибо, всем пока!